Мыть руки важно, и в период пандемии делать это нужно как можно чаще. Даже дети в курсе, что на руках мы переносим бактерии. Мы решили провести эксперимент, который наглядно это продемонстрирует. Мы взяли специальную жидкость, которая содержит специальные частицы, аналогичные бактериям. Она проявляется под ультрафиолетовым светом, розовым цветом. Эта жидкость и будет проявлять микробы и бактерии. Осталось чудо-спрей нанести на свои руки и дождаться гостей. Участницей эксперимента стала моя коллега Дарья Козина. За 5 минут мы успели с ней обсудить новости дня за чашкой чая, посмотреть документы, полистать ленту в социальных сетях и сфотографироваться на телефон. Пора подводить итоги. Берем фонарик и давай начинать. Смотрим руки Дарьи. Они покрыты моими бактериями. Но откуда это все? Во-первых, документы. Их я трогала руками. Кружку тоже передавала я. Но, как показал эксперимент, больше всего бактерий осталось на телефоне. Такими руками мы трогаем глаза, нос, рот и другие части тела. По статистике, мы трогаем лицо 90 раз в день. И бактериям это только на руку. Так что же делать? Врачи рекомендуют мыть руки раз в час на протяжении минимум 5 минут и обрабатывать их специальными средствами. Например, антисептиками. А лучше в период разгула вирусов сократить физические контакты, надевать перчатки и медицинские маски при выходе в общественные места. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.